Двигатель – это, пожалуй, одно из ключевых изобретений человечества, благодаря которому мы можем проводить огромную работу без затрат и усилий. Еще недавно в основном мы ограничивались двигателями внутреннего сгорания. Ну а в 21 веке крупные компании создают движки нового поколения, в которых применяются синхронизации разных типов двигателей, используются новаторские конструкции движения поршней. Тем не менее, существуют и такие двигатели, которые могут затрачивать гораздо меньше ресурсов и производить большую мощность. Однако эти двигатели не получают массового применения. Почему угрожают ученым, которые предлагают миру принципиально новые изобретения? Сегодня мы с вами вместе постараемся разобраться в этом вопросе и посмотрим на самые крутые двигатели, которые, к удивлению, не имеют широкого распространения. Погнали! Двигатели на воде. Начнем с генераторов, которые позволяют расщеплять воду на кислород и водород. Речь идет о так называемом HHO-генераторе, или попросту говоря, двигатели на воде. Типичный HHO-генератор состоит из множества пластин толщиной не более миллиметра, которые помещаются в воду. При подаче напряжения на данное устройство вырабатывается водород и кислород, то есть здесь задействован процесс электролиза. В казахстанском Байконуре живет человек, который утверждает, что у него стоит подобный генератор. И этот генератор отапливает его дом. Помимо этого, считается, что такой генератор может быть использован в автомобилях. На ютубе можно найти достаточно много роликов о том, как самостоятельно собрать подобный генератор. Помимо HHO-генератора есть еще одно интересное изобретение. В 1938 году в советском и российском журнале «Техника молодежи» была опубликована заметка об изобретении прибора, который преобразовывал воду в кислород и водород под воздействием солнечных лучей и процесса фотолиза. Известно, что немецкий инженер и профессор Отто Мор применял полученный водород из такого прибора в качестве топлива для газовых плит и отопления дома. Благодаря этому изобретению он полностью отказался от потребления газа из коммунальной сети. Ведь в отличие от электролиза, в пластинах из предыдущего примера для действия этой установки не требовалось никаких дополнительных затрат. Реакторы холодного ядерного синтеза. Известный американский писатель Курт Вонегут как-то отметил: «Мы все находимся в наркотической зависимости от жидкого топлива». Конец цитаты. Уже сейчас очевидно, что энергетика, построенная на углеводородах, постепенно себя исчерпывает. По прогнозам ученых, мировое энергопотребление к 2050-му достигнет 25 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте, что приведет человечество к очевидной катастрофе. В связи с этим многие люди считают, что решением проблемы станет реактор холодного ядерного синтеза. И в самом деле, реактор холодного ядерного синтеза представляет собой настоящую технологию будущего, ведь реакции в нем могут протекать без значительного нагрева рабочего вещества. Действующие модели, представляющие собой абсолютно безопасные для экологии атомные реакторы в миниатюре, собирались и продолжают собираться академиками, учеными и экспериментаторами-энтузиастами. Тем не менее, несмотря на низкую стоимость и экологичность такой энергии, о промышленных разработках речь пока что не идет. Одним из энтузиастов, попытавшихся подарить человечеству дешевую энергию холодного синтеза, был Юджин Малов, авторитетный американский инженер, исследователь и магистр наук. В своей книге «Огонь из воды» он подробно описал воспроизведенный им эксперимент Флейшмана Понса по получению энергии холодного синтеза на письменном столе. Будучи инициативным человеком, Малов подготовил меморандум по ядерному синтезу и отправил его в Белый дом на имя Билла Клинтона, на что в 1993 году получил лишь отписку. В 2004 году Малов был убит в городе Норвич, штат Коннектикут, что определенно наводит на некие подозрения и вызывает множество вопросов. Магнитные двигатели. Давайте вместе перенесемся в высокотехнологичную Японию, где был изобретен необычный мотоцикл Сумо на магнитном двигателе. Этот мотоцикл может развивать скорость свыше 100 км в час, и его цена составляет всего 2000 долларов. Устройство Сумо простое. Мотоцикл полноприводный, на одном колесе установлен обычный электродвигатель, на втором магнитный движок на основе технологии Минато. Сначала мотоцикл разгоняется. Ему требуется аккумулятор для работы электрических схем, формирование импульса и для управления положением магнита. Однако он все равно на порядке эффективнее, чем его эквиваленты на бензине и стандартных электродвигателях. Топливом же для этого чудесного мотоцикла служит магнитное поле. В этом формате можно создать и недорогой экономичный автомобиль. Точный принцип его работы был изложен еще в старых трудах российского изобретателя Свинтицкого. Стоит сказать, что патент на изобретение такого двигателя был оформлен в России в 1997 году. Однако магнитные двигатели до сих пор остаются мало распространенными.
распространенными. Тем не менее, магнитные двигатели все же имеют локальное применение в некоторых странах, например, в Японии, Китае и Южной Корее, где на их основе конструируются пассажирские скоростные поезда типа маглов. Поезда такого типа способны разгоняться до 500-600 км в час, и мы говорили об этом в отдельном выпуске про самые быстрые поезда в мире. Затраты их топлива в 3 раза меньше, чем у обычных поездов. Двигатели на сжатом воздухе. Мы можем представить себе газовый двигатель, который работает на расщепленном из воды и водороде. Ведь переделка двигателя внутреннего сгорания на газовый практикуется уже достаточно давно, и почти на любой дороге можно встретить машины, работающие на метане. Но двигатель на сжатом воздухе – это что-то из ряда фантастики. Тем не менее, подобные двигатели очень даже реальны. Так, один изобретатель соорудил некий летающий объект из обычных пластиковых бутылок, наполненных водой и накачанных большим количеством воздуха с помощью насоса. Это устройство с натяжкой можно назвать двигателем, поэтому изобретатель пошел дальше. Он наполнил карбоновый баллон обычной дождевой водой и закачал в него воздух под большим давлением. Таким образом, у него получилось создать двигатель для гоночного дрэгстера, который может разгоняться до 100 км в час за нереальные полсекунды. Максимальная же скорость собранного им дрэгстера составила 261 км в час. Так изобретатель доказал, что машины могут ездить на воздухе. Еще один изобретатель собрал действующий серийный автомобиль, который позволяет ехать 400 км на сжатом воздухе при скорости 100 км в час за одну заправку. Эта чудо-машина очень маленькая, компактная и легкая. Снизу корпуса компактно расположено несколько баллонов со сжатым воздухом, а пространственная рама автомобиля обклеена пластиком для лучшей обтекаемости. Такой автомобиль стоит намного дешевле, нежели типичные машины с двигателями внутреннего сгорания. Более того, их намного легче и быстрее собирать. Подобный серийный автомобиль уже выпускался индийской автомобилем строительной компанией Tata Motors. Он развивал скорость 100 км в час и мог проезжать до 130 км без подзарядки воздухом. Несмотря на то, что эти показатели меньше, чем показатели вышеупомянутых машин, думаю, с развитием и доработкой технологий двигателей на сжатом воздухе, характеристики таких автомобилей не только не будут уступать обычным машинам, но и превысят их ввиду свойств двигателя на воздухе и малых затрат. Двигатели на дровах. Двигатели на дровах или газогенераторные двигатели – это прорывная технология, которая в теории может быть использована повсеместно во всем мире. На самом деле уже существуют готовые чертежи установок двигателей на дровах на разные старые машины. Некоторые люди приписывают идею создания двигателя на дровах великому итальянскому ученому Леонардо да Винчи. В начале 19 века газогенераторные изобретения превратились в объект дискуссий, а расцвет этой технологии пришелся на 30-е и 40-е годы прошлого столетия. Тем не менее, в послевоенное время двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине, подавили экзотические двигатели на дровах. Сейчас дровяные двигатели практически не пользуются популярностью, их можно обнаружить лишь в Северной Корее, а также в глубинке некоторых стран СНГ. По оценкам, средний газогенераторный двигатель сжигает от 5 до 10 килограммов дров в час, однако дрова могут быть заменены опилками. Так или иначе, такой двигатель все же уступает двигателю внутреннего сгорания в практичности, хотя с экологической точки зрения они примерно одинаковые. Продолжая тематику такого необычного устройства, добавим, что водителю, управляющему машину на дровяном двигателе, нужно ждать около 30 минут, пока не прогорит топливо и газовый генератор не наполнится угарным газом. Торевые станции. Несколько десятилетий назад новосибирский физик-ядерщик Лев Максимов предложил прорывной проект, который мог бы вывести Россию на лидирующие позиции в мировом энергетическом рейтинге. Ученый предложил модернизировать атомные станции, работающие на уране, и заменить их на подземные торевые станции, работающие на тории. Использование безопасного тория вместо урана значительно снижает опасность радиоактивного загрязнения при возможных авариях, а также решает глобальную экологическую проблему – утилизацию отработанного ядерного топлива. Торевый ядерный реактор с тепловыми элементами принципиально новой конструкции. Способен работать без перегрузки до 50 лет, в то время как урановый загрязняет планету ядерными отходами каждые 1,5-2 года. В 99 году на Льва Максимова было совершено покушение. И тогда ученого спас лишь непрофессионализм нападавших. А вот другим сотрудникам из группы Максимова повезло меньше. Все физики, работавшие вместе с ним, погибли при странных обстоятельствах. Описывая свое открытие и последующее за ним покушение,
меня физик написал. Я как будто бы включил яркий свет в той темной комнате, где вор с вором делятся добычей. Конец цитаты. И он имел в виду, что он вторгается в те сферы, от которых нужно держаться подальше даже авторитетным ученым. Напоследок отметим, что покушения на ученых, разрабатывающих концептуально новые передовые технологии, уже не являются редкостью. За последние десятилетия было совершено множество покушений на американских и российских исследователей, на различные предприятия и институты, занимающиеся поиском экологически чистых ресурсов и разработкой двигателей нового типа, закрываются по неизвестным причинам. Ну а в комменты такой вот простой вопрос: напишите, какая у вас марка автомобиля, если у вас таково имеется. Если не имеется, напишите просто, какая марка вам нравится больше всего и почему. Будет интересно почитать и посмотреть, кого больше в комментариях. А также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра. Спасибо за просмотр, а также заценивайте предыдущие выпуски.